Первый класс по-новому. Первоклассники трех бендерских школ начали осваивать азы наук по экспериментальной программе. А через 2 года с инновациями ознакомят и школьников остальных учебных заведений. На сегодняшний день Министерством просвещения разработана дорожная карта внедрения новых образовательных стандартов. Это поэтапный переход по мере готовности образовательных учреждений. Разработаны документы нормативные. Педагогам сегодня не придется самостоятельно разрабатывать эту программу. Они могут взять примерные программы и наполнить эти примерные программы непосредственно своим содержанием. Грядут и другие перемены. В новом учебном году в Бендерах закрыли 2 школы – первую русско-молдавскую и 10-ю. Они будут реорганизованы из-за того, что классы не наполняются, как того требуют нормы. И теперь дети учатся в других школах. Все молдавские классы будут обучаться в 15-й школе, а русские классы вольются в классы данного учреждения. Здания этих школ законсервируют, но при необходимости вновь откроют для учеников, отметила начальник УНО.